Ветеринарный центр находится на втором этаже торгового комплекса и имеет отдельный вход. Рядом со входом в клинику расположена удобная парковка. Время ожидания можно с комфортом провести в просторном холле клиники. Если дорога была долгой или на улице жара, жажду питомцев можно утолить водой из кулера, налив ее в специальные одноразовые миски. Если вы хотите наградить своего любимца за мужественное поведение или просто сделать приятное, на стойке ресепшн есть раздел с разнообразными игрушками и лакомствами. Аптека ветеринарного центра Катанай «Костюшка 38» имеет богатый ассортимент. В наличии бывают редкие препараты и лечебные шампуни для кожи и шерсти, которые сложно найти в обычных ветеринарных аптеках. В ветеринарном центре имеется груминг-салон, где можно и помыть, и подстричь, и расчесать своего любимца. Все приемные кабинеты оборудованы всем необходимым для осмотра животных. Смотровые столы со специальным покрытием, стол для ультразвуковых исследований и приборы для осмотра. Все рабочие места компьютеризированы и позволяют врачу получить информацию о животном в оперативном режиме. Даже если до этого животное было пациентом филиала сети ветеринарных центров Катанай, расположенного в другом городе. В приемных кабинетах специалистов, кроме стандартного набора отоскопов, офтальмоскопа и фонендоскопа, имеется аппарат для ультразвуковых исследований. Для осмотра пациентов офтальмолога имеется щелевая лампа и тонометр для измерения внутриглазного давления. Рентгеновский кабинет – помещение для проведения рентгенологической диагностики, оснащен современной цифровой рентгенологической аппаратурой. Возможности оборудования позволяют делать рентгеновские снимки высокого качества животным разного вида и размера – от хомяка до крупной собаки. Стационар клиники разделен на два помещения – общий стационар и распределитель. В распределитель помещаются животные с подозрением на заразные заболевания. Операционная. Тут наши хирурги-ортопеды, неврологи и эндоскописты делают операции любой степени сложности. Операционная оснащена всем необходимым оборудованием для операций на конечностях и позвоночнике. Есть отдельный стол для стоматологических манипуляций и весь набор оборудования для введения животного в наркоз и контроля его состояния во время операции. Врачебный коллектив ветеринарного центра состоит из специалистов в разных областях ветеринарии. Бондарева Мария Владимировна, главный врач ветеринарного центра. Сертифицированный специалист-дерматолог. Мария Владимировна – настоящий врач-эксперт в области дерматологии мелких домашних животных. Когда собака чешется или у кошки покраснели уши и она трясет головой, записывайтесь на прием к Марии Владимировне. Егоров Александр Викторович, ветеринарный врач, хирург-ортопед. Доктор Егоров поставил на ноги множество животных, пострадавших от травм и жестокого обращения. Может найти подход к самому пугливому пациенту. Если собака захромала или кошка перестала прыгать, нужно обратиться к доктору Егорову. Абрамова Екатерина Владимировна, ветеринарный врач, хирург-невролог. Специалист с большим опытом лечения заболеваний головного и спинного мозга. Когда у животного возникают судороги или походка потеряла былую легкость, следует обратиться к Екатерине Владимировне. Кудрявчикова Оксана Андреевна. Ветеринарный врач-стоматолог. Делает зубы здоровыми и красивыми. Если кошка или собака начинает жевать с трудом или появляется запах изо рта, надо срочно записываться к Оксане Андреевне. Сыругина Светлана Андреевна, ветеринарный врач, хирург, офтальмолог. Выполняет различные хирургические операции методом эндоскопии. Сохраняет и возвращает животным зрение. Когда у животного постоянно текут слезы или глазки помутнели, нужно показаться Светлане Андреевне. Червякова Дарья Алексеевна, ветеринарный врач-терапевт. Специалист по репродукции собак и кошек. Дарья Алексеевна решит проблемы с появлением потомства у собак и кошек, которые не могут забеременеть естественным путем. Козицына Анна Ивановна. Ветеринарный врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог. Доктор с огромным опытом и знаниями в области кардиологии собак и кошек. Если ваше животное периодически тяжело дышит или быстро устает, или стало много пить, нужно записаться на прием к доктору Козицыной.
Врачи ветеринарного центра «Катанай» на улице Костюшко, 38, обладают самым широким спектром специализаций в сети ветеринарных центров «Катанай». Их знания подтверждены сертификатами о прохождении мастер-классов, семинаров и конференций различной направленности. Теоретическая подготовка подкрепляется современным оборудованием и большим практическим опытом работы каждого специалиста. Ветеринарный центр «Катанай» на улице Костюшко, 38, находится в центре большого спального района рядом со съездом СКАТ, в пешей доступности от метро «Московская». В 50 метрах от входа в клинику расположена остановка, где останавливается весь общественный транспорт, проезжающий по улице Костюшко.